Царга седьмая. Речь Вишвамитра. Валмики сказал, услышав прекрасную и долгую речь льва среди царей, сиятельный Вишвамитра пришел в восторг и ответил ему. Вишвамитра сказал, о царь земли, твоя речь достойна потомка великого рода наученного и направляемого самим Васиштхой. Выслушай мои слова, реши, что нужно сделать, и поступи в соответствии с Дхармой, о царь. Когда я начинаю исполнять яджню для духовных достижений, появляются ужасные демоны-ракшасы и препятствуют совершению обряда, о великий из людей. Каждый раз, когда я готовлю подношение божествам, ночные демоны разрушают мое подношение. В то время, как я начинаю ритуал, демоны ракшасы неизменно забрасывают жертвенное место кусками мяса и кровью. Мои жертвоприношения были осквернены подобным образом множество раз. Несмотря на все мои усилия, в огорчении я пришел к тебе. О царь, мой разум не может проявить гнев, поскольку в ходе этого священно действия недопустимо проклятие, таковы правила этого великого жертвоприношения. С твоей помощью я надеюсь исполнить ритуал, и достигнуть его великого результата. Я пришел к тебе за защитой, и тебе надлежит помочь мне, ведь отказ в помощи — позор для благороднейшего из людей. У тебя есть прекрасный сын Рама, бесстрашный как дикий тигр и сильный как сам Индра он способен одолеть демонов Ракшасов. О царь, отпусти со мной своего старшего сына, героя Раму, неизменно смелого, с черными прядями волос, подобными крыльям ворона, ибо он, будучи тайно защищенным моей божественной силой, имеет силы, отрубить головы этим злодеям. Я одарю его всевозможными, бесчетными благами, благодаря которым он будет почитаем во всех трех мирах. Ночные разбойники не смогут устоять перед рамой, как испуганные лесные звери разбегаются от рассерженного льва. Никто из людей, кроме рамы, не способен устоять в битве с демонами, ведь только разъяренный лев может победить взбешенных слонов. Возгордившись своей мощью, эти грешники под предводительством Кхары и Душаны, подобные в битве яду Калакута, напоминают собой разозленного бога смерти. О царь! они не смогут устоять перед стрелами рамы, как пыль не может сопротивляться непрерывному потоку дождя и тучи. О царь, не позволь отцовской любви к сыну возобладать в тебе. Нет такого в этом мире, чего не могли бы даровать великие. Я вижу, совершенно ясно этих демонов уже поверженными, и ты знаешь, что они побеждены. Мудрые, подобные нам, не начинают дел, в которых не уверены. Я хорошо знаю, кто такой Латасаоки Рама, как знает и мудрейший Васиштха, и другие мудрецы, которые зрят далеко за пределы видимого если в твоем уме пребывает харма, величие и благородство, ты должен отдать мне своего любимого сына. Мой ритуал продлится десять ночей, и за это время Рама должен уничтожить этих мешающих священодействию демонов, врагов моего жертвоприношения. О царь! прикажи своим советникам во главе с Васиштхой дать согласие и отпусти Раму со мной. Не теряй времени, о знающий время, и поступи согласно моей просьбе. Будь благословлен, и пусть твой ум не печалится по этому поводу. Даже скромная услуга в нужный момент сделает многое, а даже великие деяния в неподходящее время будут бесполезны. Произнеся эти благие слова во имя Дхармы, сиятельный мудрец Вишвамитра замолчал. Вняв речи мудрейшего из мудрых, царь некоторое время молчал. Обдумывая достойный ответ, ибо и мудрый, и обычный человек, чьи желания не исполнены, не будет удовлетворен без взвешенных и соответствующих обстоятельствам слов. Такова сарга седьмая, речь Вишвамитры, книги первой о разочаровании Махарамаяны, Шри Васиштхи, ведущий к освобождению, записанный в Алмике.